От чего возникают колики у младенцев и что нужно делать для их предотвращения? Колики у младенцев, если ребенок на грудном вскармливании, надо очень внимательно мамочке отнестись к своему питанию. Избыток углеводов и соотношение этих углеводов по отношению к жирам и белкам может привести к повышению газообразования у ребенка. Еще использование у мамочек продуктов, чрезмерно содержащих маринады, копчености и специи, тоже приводят у детей к коликам. Еще, если ребенок не своевременно кормится, то есть чаще, чем из желудка ушла пища, то есть время пищеварения в желудке должно у маленького ребенка, ну там не чаще, чем 2 часа. То есть если мы кормим чаще, чем 2 часа, то свежее молоко, даже искусственное молоко, то есть ребенок искусственный, оно попадает в желудок, в котором еще не до конца переварилась пища. Это провоцирует брожение, то есть пища уходит дальше и возникает вздутие, колики и тому подобное.